Здравствуйте, друзья! Я знаю, что многие из вас изучили хорошо дорогу, по которой я езжу из дома на работу, но в данном случае мы немножко по другой дороге поехали, потому что с утра я был на чистке глубокой в дентал-офисе доктора Рудашевского. У нас есть с ним сюжетик, я делал так, что если кто-то хочет, может там найти на канале. Но дело не в этом, дело в том, что я хотел поделиться, хоть у меня и опухшая немножко правая часть лица от заморозки, слегка. Значит, я хочу поделиться впечатлениями о том, как мы вчера с Ириной, блогером из Сан-Диего, значит, беседовали. Там получилась такая история, как бы такой у меня капустник с вами, да? Значит, поскольку Ирина у себя на канале повесила видео, то Анна, она тоже есть у нас на канале, Анна, которая, сейчас она, по-моему, в Сиско работает, а когда-то в Гугле работала, такая женщина есть интересная, из Днепропетровска. Анна, будучи фанаткой Ирины, меня отыскала и говорит: «Миша, я хочу вот тоже там прийти». И она, в общем, оказывала такую помощь техническую, она держала, там, сидела на камере, а Ирина снимает на iPhone. Поэтому, значит, вот Аня там держала iPhone, и, а я снимал на обычную камеру, там, на штативчике. И дальше получилось так, что то, что было отснято на мою камеру, собственно, все это уже практически висит на канале. И мы сбросили на пару дисков и отдали Ирине, чтобы у нее было с собой, чтобы она из этого могла сама там монтировать то, что захочет монтировать. И я, честно сказать, никогда раньше не видел, чтобы блогер, и все-таки у нее солидная подписка, 5000 там с лишним, это, в общем, уже не игрушки, и чтобы человек просто снимал на телефон. Ну, молодец, то есть так немножко неожиданно для меня это было. И очень прикольная Ира, и она так немножко шифровалась, вот я там вопросы задавал, а видно, ей там не на все хотелось отвечать или что-то. Но у нас там за кадром было много общения, мы часов, наверное, 6 провели у нас в офисе, то есть она к 3 подъехала, и где-то, наверное, часов 9 уехала, там у нее встреча была где-то в Сан-Франциско, вот она поехала. Так что мы 6 часов там трепались. И та съемка, которая осталась у меня на камере, это была съемка, закончившаяся с тем, чтобы быть продолженной. Ну, то есть мы так, типа там, сейчас вернемся, да? Там сотрудница наша сказала: «Ребята, я сейчас буду шуметь немножко, надо пропылесосить в коридоре». И мы говорим: «Ну, давай». И на этом закончилась наша серия. Но на самом деле там много продолжения осталось у самой Ирины. Поэтому я думаю, что для того, чтобы было более полное такое изложение вот этой встречи, хроника, так сказать, надо смотреть на канале у Ирины, у нее там будет больше. И я специально ссылочку дал под каждым видео на ее канал. Ира говорит, что у нее много времени уходит на обработку. И я не знаю, как скоро ей удастся повесить это все. Но, во всяком случае, значит, когда появится, тогда появится. Но я просто хотел объяснить расклад, который произошел, потому что я сегодня с утра подгружал последнее 4-е видео, которое у меня там было. И у меня было такое ощущение, что как бы оно не закончилось. То есть там кончается словами, что, конечно, конечно, мы уходим на перерыв. И вот как бы ушли на перерыв и не вернулись. Так что вернулись, но уже на канале у Иры. Вот, а так, надо сказать, что довольно много времени мы там провели вместе, трепались. Хотели пойти кофейку попить, там пирожница, но не очень получилось, потому что
там какие-то экстренные события свалились, надо было там одно сделать, другое сделать, так мы не добрались. Но у нас в офисе всегда есть чего выпить, закусить, имеется в виду безалкогольное. Алкогольное тоже есть, но мы не употребляем. Вот, так что у нас всегда там и конфетки, и печенье, и чай, кофе, там все остальное. Так что я думаю, что это запечатлелось на селфоне, на Ирином айфоне, и вы все это посмотрите, но я просто не знаю, что ей удастся смонтировать и что ей захочется оставить, поэтому я за другого блогера не могу сказать, но я могу сказать, что у нее там много чего было на камере, то есть вот эта вот значительная часть неформального общения, там у нее и София, и студенты, мы сидели на кухне, народ заходил, выходил, и я пытался вас веселить, там какие-то хохмочки рассказывал, вот, потому что Ира говорит, у меня народ такой приходит за интертейнментом, вот, я уже думал, ну, значит, будем развлекать, и что-то такое рассказал. Даже я там, как, я не знаю, оставит ли это Ира или нет, я там с ней эзотерическую медитацию производил, вот, так что все это заснято. Я говорю, давай, вешай, не стесняйся, вот, но она, не знаю, как получится, так что, если вы, может быть, там скажете, хотим эзотерическую медитацию, может быть, она и повесит. Вот мы делали такую медитацию, чтобы в хорошем настроении быть и так светиться, можно сказать, внутренним светом хорошим. Так что такой вот дурдом у нас происходил вчера в течение 6 часов. Все, ребят, счастливо!